Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня будем мучить вот этот вот бас фирмы Warwick, Streamer LX. Такая вот линейка моделей у Warwick есть. В общем, мне вот этот бас предоставил любезно мой друг. Это его личный инструмент, и он оторвал его от сердца, не желая, не хотя, но на самом деле ради дела, ради общего блага. Я все-таки уговорил его дать мне этот инструмент сегодня на обзор. Плюс мне было самому интересно поиграть на Warwick'ах, я никогда не играл. А тема такая, судя по комментариям, многие любят эти бас-гитары. Они какой-то популярностью какой-то пользуются, какой-то чем-то смогли завоевать сердца музыкантов, бас-гитаристов в мире. И вот сегодня мы попробуем разобраться, чем же компания Warwick так, так сказать, смогла вселить любовь в сердца музыкантов. Посмотрим основные фишки, основные инновации, основные какие-то патенты, чем этот бас отличается от других. Посмотрим электронику, дерево. В общем, попробую разобраться на самом деле. Послушаем звук. Все как обычно, в общем. Поэтому давайте заводить этот замечательный немецкий автомобиль и поедем же поскорей. Можно начать сначала, небольшую историческую справку. Изначально вот эти басы Warwick, они делались как вот какие-то, можно сказать, для внутреннего пользования, какие-то такие вот handmade бас-гитары высокого уровня, бутиковые инструменты, где каждая вообще, каждая линия, каждый изгиб вручную там измерялся, все, в общем, все это прям было с любовью и очень тщательно сделано изначально. Но потом компания Warwick начала делать, соответственно, на весь мир инструменты, вышла из этого такого своего мира замкнутого и начала уже делать на весь мир, когда появилась какая-то определенная популярность, начались какие-то контракты с известными музыкантами, например, басист группы Metallica любит эти бас-гитары использовать, вот, как бы, и они вышли вот на вот эти группы, вышли на вот это вот, на общий мировой рынок и начали делать такие вот уже более серийные модели, в отличие от того, что сначала было. Сначала это был такой handmade единичные варианты. Вот. Значит, и в чем фишка, как вот мне кажется, они начали делать, как у них лозунг компания, то есть звук дерева, как бы фишка изначально была в том, что компания начала использовать вот эти вот породы дерева, какие-то, знаете, необычные, знаете, не клен какой-то там в грифе, понимаете, какой-то аванкола какая-то там вот в Венге, вот какие-то дерева, которые непонятные, экзотические, недешевые породы, там всякие около красного дерева, какие-то твердые сорта. Вот, и здесь что-то, я не знаю, что это за дерево, ну, какой-нибудь Венге, наверное, скорее всего, гриф сделан, но корпус сделан из клена, причем вот этот, в этой модели, здесь они как бы не на всех моделях, они по-разному делают, я так понял, на некоторых моделях они покрывают лаком, на некоторых не покрывают, здесь, например, вообще нет лака, он не, ну, может быть, есть, хотя, но насколько мне сказал владелец инструмента, что лака здесь нет, он просто как бы обработан воском, то есть просто кленовое дерево, я так понимаю, нет никаких ни склеек, ничего здесь, видите. Ну, видно, что два куска, если посмотреть, видите, вот он, два куска дерева, но как бы нет никаких, знаете, вот там бутербродов, чисто похоже, что два куска дерева здесь, вот если, не знаю, видно, не видно, наверное, будет видно все-таки. Два куска дерева, это клен, соответственно, здесь, без всяких излишеств, без орехов там, без елок, просто клен. И, соответственно, накладка здесь тоже не похожа, что палисандр, какие-то, опять же, не знаю, посмотрите, вот какая-то накладка, не знаю, пишите в комментариях. Я вот как-то постучу, вы определите, какое дерево, наверное. Вот.
Значит, ну и, соответственно, вот и в этом как бы изначально фишка была того, что какие-то экзотические сорта дерева используют. Инструмент, кстати, 2007 года, судя по сиренику, то есть он такой не новый, но хранился в хорошем, так сказать, в условиях и, в принципе, как новый сохранился. Итак, что касается дерева, все понятно здесь. Дальше мы поговорим о электронике. Здесь у нас, как вы уже могли догадаться, активные звукосниматели. Как же иначе-то, какие же не пассивные же, в конце концов. Значит, активные звукосниматели. Причем это, я так понимаю, именно варвиковские какие-то схемы, варвиковские модели. Они сами это делают. Ну, наверное, они знают лучше, какие нужны звукосниматели для их инструментов, поэтому ладно. Свои фирменные. Значит, если мы посмотрим повнимательно, у нас здесь P-Bass в неке. Типа Precision Bass, и, соответственно, один джаз-басовский JB звукосниматель в бридже. Оба звукоснимателя имеют крышечки пластиковые, соответственно, как мне кажется, они менее чувствительны с крышечками. Если без крышек, они более чувствительны. Мне так кажется, я считаю, что это так. Ну, сами посудите, если, допустим, магнит и пластиковую какую-нибудь положить прокладку, я думаю, что магнит будет меньше магнитить с этой пластиковой штукой, нежели без. Поэтому я думаю, что это влияет. Вот. Но сравнить не знаю, пока не могу. Значит, вот такая конфигурация. Здесь у нас, соответственно, двухполосный эквалайзер. Это, получается, низы и верха. Две полосы. Такой немножко упрощенный вариант, я так понимаю. Баланс звукоснимателей. То есть бридж либо нек. Мы в процентном соотношении это микшуем их, миксируем их между собой. И, соответственно, общая громкость. Если я начну играть. Вот она громкость и баланс звукоснимателя. Например, вот это, по-моему, бридж. Да, и могу нек выключить. Звук меняется. Ну, такой. Есть разница, конечно, чувствуете, да, слышите разницу. Ну, такой вот в процентном соотношении мы микшуем. И здесь еще есть такая хитрость. Если я, например, вот эту вот подниму, видите, такой пуш-пул есть, как бы, да, отсечка такая, типа. Ну-ка, давайте посмотрим, что делать. Вот смотрите, если у меня она вот в верхнем положении, то отключается эквалайзер. А если в нижнем положении, то эквалайзер включается. Но на самом деле, видите, даже прикольно, как она звучит. Слушайте, и причем у самих эквалайзеров есть такое вот нулевое положение, как бы, видите, щелкает, прикольно. Не на каждом басу так есть, что прям щелчок такой был. Хорошо так, интересно работает. Значит, и в таком в нижнем положении у меня работает эквалайзер. Ну-ка. Вот я низы подключил. Соответственно, ну и верха. Таким вот образом. Ну, чувствуется... Во-первых, верхан, ну, мне показалось, нормально работает. В общем-то, приемлемо работает электроника. Нет такого песка на верхах. Знаете, бывает какой-то недорогой бас, когда начинаешь верха выкручивать, и начинает песок прям сыпать в уши вам лица. А здесь такого нет. Здесь, в принципе, нормально работает. Ничего не могу сказать. Единственное, громкость меняется. Вот это мне не очень нравится. То есть, как бы, чуть-чуть меняется громкость. Вы верха подкрутили, и сразу бас будет громче звучать. Чуть-чуть. Тут не критично. Нет ничего такого, но чувствуется все равно. Я не люблю, когда так работает. Мне нравится, когда все как бы прижато и все на одном уровне. Потому что вам надо, например, вы настроили себе уровень бас-гитары, а где-то захотели поярче звук крутить, и у вас уровень меняется. Сигнал. Это не очень хорошо. Мне не нравится такое.
Мне кажется, на современных вариантах бас-гитары уже такого меньше встречается. Вот, что я еще хотел рассказать? Ну, в принципе, все. Тут больше ничего нет интересного. Электроника довольно простая. Опять же, вот этот вот есть отсечка. И здесь очень важно, я так понимаю, важно понять, что это не пассивный режим, когда я вот так включаю. Я отключаю тем самым. Видите, у меня не работает. Никак не реагирует на эквалайзер. Это не пассивный режим, это просто отключение эквалайзера, потому что здесь датчики сами по себе, как мне сказал владелец инструмента, они активные. Поэтому они без преампа могут работать только очень на низком уровне. У него очень низкий выходной уровень будет у активных звукоснимателей. Поэтому навряд ли здесь именно уход в какой-то пассивный режим. Нет, это именно отключение замечательного преампа. Все, в общем-то, тут про электронику особо говорить и нечего. Обычная активная электроника. Что же интересно в этом басу? Все-таки не дешевый инструмент, не бюджетный и не для новичков, как позиционирует компания, а практически хендмейд, практически бутик, понимаете? Уровень инструмента высокий, он не дешевый инструмент. Что в нем интересного? Вы у меня спросите, а я отвечу. Здесь есть несколько фишек в этом конкретном басу, которые свойственны только для варвиковских басов, так сказать, для варвиковских инструментов. То, что запатентованы даже компанией. Во-первых, это порожек верхний. Соответственно, здесь он регулируется, что для меня как необычно. Я не видел никогда до этого регулирующие порожки. Это даже патент, именно фишка варвиковская. Называется Just Anat, по-моему, как-то так. Just Anat. Ну, посмотрите в интернете, наверняка найдете. То есть, смотрите, если я приближу, не знаю, видно, не видно. Там будет, в общем, на пару, наверное, не видно ничего будет. А, вот так видно, да-да, видите. Там будут такие шестигранички. Соответственно, и по примеру бутерброда можно ослаблять эти шестигранички, и этот бутерброд будет двигаться. Не знаю. Владелец инструмента сказал, что он ничего тут не лазил, ничего не настраивал, и не знает, как это все делается, как это работает. Это, наверное, значит, не особо важно. Ну, в любом случае, такая фишка компании Warwick, которая, собственно, вот на этих фишках, на мелких, она и, собственно, маркетинговые такие ходы, знаете. Вот. Потом, что тут еще интересного? Помимо вот этого вот интересного порожка регулирующего, можно поднимать, опускать струны. Здесь интересный бридж, тоже это патент варвиковский, он похож, знаете, как на гибсонах, вот эти разделенные бриджи, не на одном, на одной подставке, а вот разделенные, крепление отдельно и, соответственно, регулировка с высоты тоже отдельно. Даже вот посмотрите, тоже варвиковский патент, так сказать, не хухры-мухры вам. И тут опять же есть такая фишечка, здесь есть микроподстройка расстояния между струн, то есть можно вот эти штучки маленькие расслабить, как бы, тоже шестигранником классическим, я так понимаю, которым вы высоту струн можете регулировать. И вот так немножко микродвигать. Опять же, владелец мне сказал, он не занимался этим, но, судя по всему, здесь это делать можно. Я тем более не лез, это как бы вообще не мой профиль отстройка инструментов. Вот такой вот тоже бридж, довольно такой хай-левел в плане технологии, да, вроде бы им полезно, но владелец мне сказал, что не пользовался вот этими вещами, может, они не нужны на самом деле, как показывает практика, вот это все, конечно, звучит прикольно, но по факту в реальной жизни это, насколько это нужно, кому это нужно? Никому. Опять же, вот этот бридж, например, ну да, прикольный бридж, а вдруг вам что-то случится с ним, вы хотите поменять, вставить обычный бридж, все, инструмент уже теряет в стоимости, скажем, уже по-другому все. Вот такой бридж, сложно найти такой порожек, например, да? Надо заказывать специально, наверное, на Warwick компании и так далее. Обычный порожек уже будет не то, понимаете? На любой другой бас возьми, обычный порожек, ничего не произойдет, понимаете, о чем я? Поэтому здесь вот этот момент с порожком. Бридж тоже, где вот такой бридж найдете? Вот, ну, найти, например, поменять довольно проблематично. Вот эти моменты, они, конечно, вот это вот, как бы вот этот вот high-end такой, знаете, он за него тоже приходится расплачивать с тем, что потом просто ничего не найдешь на эту тему. Вот так вот, что касается, соответственно, вот этих вот моментов. Еще
Колки. Колки на Варвиках говно, сразу можно сказать. Здесь колки, видите, они уже поменены владельцем. Видите, если посмотреть, тут Готх стоит. Уже поменены, потому что оригинально, естественно, уже все. Понимаете? Потому что сами по себе вот эти такие колки, вот дохленькие, они не вызывают никакого у меня лично доверия. Я бы не стал такие колки даже близко ставить, не знаю, мне не нравится. Я думаю, что они ненадежные, вот эти вот маленькие лепестки. Один удар, и все это вылетает. Колки изначально говно. Один уже отвалился у владельца, то есть, и, как мне владелец сказал, он читал форумы, все пишут, что сразу надо с Варвиком покупать комплект колков новых, сразу менять их. Ну, не знаю, тут уже поменены все колки. Вот, соответственно, по колкам минус здесь идет у нас. Вот так вот, собственно, пробежались мы, кстати, по фурнитуре быстренько, да, заодно, и вот эти моменты проговорили. Давайте расскажу, что мне не понравилось, на мой взгляд, минус инструмента. Мне не понравилось то, что здесь может валиться струна. Если постараться очень, даже не очень, струна может валиться. Это проблема, на самом деле, мне это не нравится. Меня бы это напрягало, если бы я был владельцем этого инструмента. Дальше, что мне еще не понравилось в этом инструменте? Мне не понравилось в целом удобство. Гриф бочечный, большой, очень толстый. Не плоский, а бочкой. Это не всем удобно. Я лично не люблю такие грифы. И плюс, здесь плохой доступ. Несмотря на то, что 24 лада, по факту у вас будет доступ максимум даже нормально, это до 22 лада. Все, дальше, смотрите, у меня рука просто не идет. Все, 23 лад уже все, не идет у меня просто. Максимум доступ вот здесь, вот в этом диапазоне. Это плохо, мне не нравится. Несмотря на то, что как бы вроде бы скошена пятка, непродуманный момент. Да, конечно, если был сквозняк, может быть попроще было, но доступ не очень. Скажем, у меня был бас, помните, кто давно смотрит мой канал, у меня был Вашборн, там просто намного удобнее, гораздо удобнее гриф, 1000 раз. Вот. Ну, там минус был, конечно, пассивная электроника, на мой взгляд, она не давала ему там раскрыться, ну, по звуку, конечно, на мой взгляд, проиграла бы по активному варианту. Но это другой вопрос. Вопрос эргономики, конечно. Здесь вот этот доступ, казалось бы, современный бас, казалось бы, 24 лада, быстрый гриф, но нет. Вроде бы такой, знаете, фьюжн, и внешний вид такой явно не для рока, не для металла даже такой, да? Фанк-фьюжн внешний вид. На мой взгляд, он не вызывает какой-то рок-ассоциаций. Ну, допустим. Хотя это универсальная, в принципе, вещь. Но у меня первое такое впечатление, 24 лада, активная электроника, эквалайзер, там, верха, все. Но доступ не очень. Не могу сказать, что это скоростной гриф. Не могу сказать, что удобный. Не могу сказать. Хотя, вроде бы, инструмент таким должен быть, да, судя по заявке. И здесь несостыковочки идут, да, вот это удобство, доступ, гриф довольно такой дубовенький, большой, на любителя. Многим, кому-то может понравиться, говорю, может, у меня рука слишком маленькая, я не знаю. Для кого-то хорошо. Вот. Соответственно. Вот такие моменты. Что касается звука, конечно, здесь эта вещь абсолютно объективна, ну как-то субъективна, или как это сказать. Ну, вы поняли. В общем, кому как нравится. Я даже не буду судить звук, кому как нравится. В общем-то, вот мы послушали, работа преампа нормальная, то есть не могу сказать. И электроника здесь, конечно, тянет, вытягивает, я считаю, инструмент этот. Вот. Здесь у нас, кстати, еще, ну, понятное дело, что актив, понятное дело, что здесь нет, видите, дополнительного отсека никакого, соответственно, батарейка сюда усаживается. И еще фишка Варвик, вот то, что они на что давят, опять же, как бы эргономика, понимаете, вот видите, такой даже корпус с изгибом, как бы удобно, но вот не состыковывается у них это все, не складывается в единую картину. Есть к чему придраться в плане эргономики. Да, вот если посмотреть, так увидите, прямо он немножко прогнутый, как бы повторяет форму тела вашего, очень удобно, казалось бы, да. Но не все до конца, не все идеально, нет, есть моменты, есть недочеты, которых я назвал довольно такие, для меня даже довольно критично проблематичные, вот. Но при этом это как бы инструмент высокого уровня, это не дешевый инструмент, это линейка у нас. LX такая средняя, такая вот мейнстримовская, такая обычная линейка. Есть попроще, там корветы вроде они еще проще. Есть повыше линейки. Но в целом такая самая ходовая линейка инструментов. Вот, давайте подумаем. Вроде все я сказал. Все, что у меня наболело, собственно. Вот такой вот инструмент. Не могу сказать, что он какой-то агрессивный, абсолютно с металлом никакого у меня ассоциации не возникло. Скорее, это какой-то фьюжн, фанк-инструмент в первую очередь. Какой-то нет какой-то агрессивности, даже преамп, ну, не такой уж прям здесь какой-то злой. Верха можно подкрутить, да, громкость достаточно, но громкость увеличивается. Ну, может и можно играть, не знаю.
Вот. Но у меня не складывается впечатление, что это какой-то прям метальный инструмент. Хотя вроде бы, да, вот такой стереотип сложил, что Warwick – это металлисты, Warwick – это все вот такое. Не знаю. Конкретно этот инструмент таких впечатлений у меня не производит. Вот так вот, дорогие друзья. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, поставить лайк, в конце концов, прокомментировать по существу ваши впечатления. Может быть, вы счастливый обладатель Warwick'ов, скажете что-то, то, что я не смог увидеть, какие-то моменты, какие-то штуки, которые я не заметил, крутые, например, или не очень. Значит, вот эти вот все тонкости инструмента я, может быть, не прощупал, но вы в комментариях наверняка дополните меня. 100% я в этом даже не сомневаюсь. Не забывайте, телеграм-канал есть, телеграм-чат у меня есть, запустился недавно, Boosty, куда сейчас будет больше еще поститься того, что нету, в общем доступе. В первую очередь будет на Boosty выходить, и, может быть, что-то только на Boosty будет, поэтому надо смотреть там, как пойдет. Не знаю. То есть в Boosty не забывайте заходить обязательно. Заходить в ВК-канал, паблик. Ну и, как обычно, подписка. Вот такое сегодня было видео. Мы сегодня послушали, поиграли на вот этом замечательном Warwick. Все, дорогие друзья, всем до новых встреч.